Да, кстати. Гравийная велодорожечка у нас на пути. Ну что, всем привет. Сегодня у нас 3 ноября 23 года. На улице что-то около 8 тепла. Может быть меньше, может быть больше. В принципе, сухо. И сегодня у нас традиционный осенний микротуринг по деревням. В прошлом году он был по сугробам. Выпало как раз много снега. А в этом все хорошо, сухо. Так что немножко другие условия. И немножко другие покрышки. Я взял слики, чтобы грязь сильно с них не летела. Все-таки шипы немного подзабрасывают на спину. Это я еду не один. Из Москвы приехал Никита. Поедем, турингонем, как обычно, деревни всякие. Может быть, встретиться сельские магазины, где можно покушать. Короче, погнали. Да, у меня сегодня этот термос. Не стал брать горелку. Теперь делаем фиксит гир. Ну и, в принципе, я приехал. Да, пока делаю трекстенд, могу рассказать историю, как я ездил на днях и не затянул вот эту резиночку на сумке. Сумка декатлоновская, как фидбэк, по-моему. Короче, кормушка. И сунул туда телефон, а чехольчик специально был узенький, такой скользкий для джерси, чтобы это 11-й айфон, здоровая лопата, тяжелая, и чтобы джерси лучше запихивать, специально такой подобрал чехол. Обычно пользуюсь жирными чехлами, мягкими, но они цепляются в кармане. Ну и вот. Короче, лежачий полицейский, я пытаюсь его перепрыгнуть, и у меня телефон, ну, даже переехать. И телефон у меня улетает в лужу, я слышу, как он дзынькает об раму, потом бьется об асфальт и булькает в лужу. Останавливаюсь, разворачиваюсь. И он там лежит около лужи, уже, видимо, из нее вылетел тоже. Айфончик ушел. Все повезло, все хорошо. Может быть, там ни сколов, ничего такого я не увидел. Какие-то там трещины, царапины, ничего. С тобой буду ехать, чтобы кадр был поинтереснее. А дорога там всегда по главной едешь там, да, такая. Это кладбище вот здесь слева, Константин Ступин похоронен. Нет, слева. Да, здесь, сейчас. Сейчас я подъеду. Вот здесь налево вниз. Я пропустил поворот, думал дальше. Где все драйв?
Да. Почти 2 часа. Макдак успеем? Кофе попьем. Зря его что водил. По идее, это пешеходный загорает через секунду. И мы можем проехать. Смотри. Да. Вот так вот сделать. А, можно вообще еще, знаешь, что сделать? Да. Потому что там не успеем зеленый свернуть, скорее всего. А вот здесь можно вот так. Обгонишь? Обгоняй. Я подсниму чуть. Да, там можно, да. Здравствуйте. Спасибо. Так. Все прошло относительно быстро. Спонсор нашего сегодняшнего кофе – магазин «Красно-белое». Нет. Так, стоп. Не понял я прикола. Почему он не открывается? Цыганский термос. Хрен его знает, да, не хочет отдавать. И это, ну. Так наливай. Получается кофе-райт. Получается кофе-райт. В Москве я покажу охуеть. Наш кофе-райт. Да, можно.